casse, pompon nelle casse, pompon nelle casse, pompon 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 nelle casse, pompon nelle casse, pompon nelle casse, pompon 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 nelle pompon nelle casse, pompon nelle pompon nelle pompon nelle casse, pompon nelle pompon nelle pompon nelle casse, pompon 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 casse. Ну вот мы и добрались до бриллианта нашего выступления. Давайте с вами немного пофантазируем и представим, что в недалеком будущем оглашение результатов президентских выборов будет проходить в форме, ну скажем, церемонии вручения премии «Оскар». Мы вас приветствуем на церемонии объявления результатов выборов президента Российской Федерации. Добавь самых неожиданных выборов в истории, чё ты? Итак, на должность президента претендуют... Претендует? Что вы думали? Отвечает Друзь. Кто? Мезенцев? Не говори его имя, молчи. Пусть для страны это останется тайной. Некий Мезенцев, все. Григорий Явлинский. О, Явлинский. Это же единственный человек, который единственный голосует за Явлинского. Его сняли, он все равно голосует за Явлинского. Михаил Прохоров. Давайте выберем Прохорова, и у нас АвтоВАЗ будет Йо-мобили выпускать. Наконец-то название с содержимым совпадет. Геннадий Зюганов. О, конечно, Зюганов президент, президент-льготник. Все будут 6 лет, а он по соцкарте 3. И в стране из нанотехнологий будет развиваться только флаг на ветру советский. Владимир Владимирович Путин. Какая неожиданность. Решил поучаствовать все-таки, да? Страна. Давайте запомним это имя. Молодец, парень. Он, Явлинский, чуть за тебя не проголосовал. Последний момент передумал, решил за Явлинского голосовать сегодня. Ну что ж, давайте немного подтянем интригу. Поздно начали. 12 лет назад надо было начинать интригу. Сейчас. И президентом России становится... Продолжается. Президентом становится... Ну, кто? Бабайка, Чебурашка, шаурма с казанского, кто? Явлинский, соберись, сейчас стрельни. Владимир! Город! Целый город Владимир! Город-президент, прикинь! Владимир! Вольфович, напугал? Нет, конечно, напугаешь тебя сейчас же. Владимир Владимирович! Мезенцев! Вот мы и узнали имя Мезенцева! Ура! Владимир Владимирович Путин! Ядрен патрон, а? А знаешь, почему ты президентом стал? Потому что тебя народ выбрал. А народ это я. Короче, ты президент, потому что я так. Не благодари.